сегодня присутствуем на презентации нового автомобиля Nissan Juke, аналогов которому нету ни у одного из автомобильных производителей. Nissan Juke, автомобиль 2011 года, пополнил модельный ряд компании Nissan. Автомобиль малолитражный, оборудован двумя двигателями. Двигателем 1.6, 117 лошадиных сил, и турбированным двигателем 1.6, 190 лошадиных сил. Нестандартный дизайн. К примеру, обратим внимание на оптику. У автомобиля сверху расположены габаритные огни и также поворотники. У автомобиля имеется три ряда освещения. Второй ряд освещения – это фары, которые оборудованы лампочками H4, ближний и дальний свет. Также здесь имеются омыватели фар. Итак, давайте обратим внимание на кузов автомобиля. Многие люди думают, что автомобиль Nissan Juke – автомобиль трехдверный. Но это не так. Автомобиль Nissan Juke является пятидверным автомобилем, ручки которого спрятаны на уровне стекол задней двери. Несмотря на компактность автомобиля, у автомобиля имеется очень большой объем салона. Сзади могут поместиться двое крупных мужчин. Сиденья второго ряда сидений складываются в пропорции 60:40 и складываются в ровный пол. Багажное отделение автомобиля, оно двухэтажное. Здесь снизу имеется пенал, в котором расположен домкрат, буксировочный крюк и баллонный ключ. Под этим пеналом находится малоразмерное запасное колесо. Для того, чтобы достать колесо, нам надо снять пенал. А теперь давайте посмотрим, что находится у нас внутри салона. В автомобиле водитель себя может чувствовать очень комфортно, так как сиденье регулируется как и по высоте, так же и угол наклона спинки с поясничной поддержкой. Рулевое колесо автомобиля регулируется по углу наклона. Автомобили комплектуются двумя вариантами коробки передач. Механическая и бесступенчатый вариант. Ну что ж, автомобиль Nissan Juke рассчитан на аудиторию людей молодого возраста, которые ценят в автомобиле как и технические характеристики, так же и агрессивный дизайн. Великолепное впечатление. Машина хорошая, надо брать. Хочется сесть и поехать сразу.